«Искусство процветания. Детям лучших преподавателей международных побед». В детской школе искусств имени Варламова прошло заседание при губернаторе, на котором обсудили грядущие перемены в местном творческом мире. Глава региона собрал именитых педагогов и руководителей школ искусств. Раз мы будем говорить сегодня о творческом образовании, то мы хотим видеть, конечно, следующий этап творческого образования. Более комфортный, более благополучный. В этом году откроется центральный проектный офис школы Дельфийского резерва. Новая структура появится на базе областной детской школы искусств. Подразделение будет работать в связке с другими дельфийскими резервами нашей страны. Ну и, конечно же, на его базе лучшие педагоги Ульяновской области будут растить победителей. Задача этого проектного офиса – некая координация работы по подготовке дельфийцев, победителей региональных этапов, для участия уже в общероссийском этапе. Областная детская школа искусств в этом году получит звание губернаторской и превратится в региональный центр дополнительного образования. Одним из приоритетных направлений школы станет региональный творческий проект «Лаборатория искусств». В его задачи войдет расширение кругозора детей и выявление талантов. Также в течение 5 лет в Ульяновской области в рамках национального проекта «Культура» будет модернизировано 11 детских школ искусств. Их не только отремонтируют, но и оснастят новыми инструментами на 50 миллионов рублей. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.